У тебя видно плохо из-за капота. Не, ну почему? Ты просто впереди езжай подальше. Но только непривычно на ходу рулить, когда ты еще сам двигаешься. Я в... У нас сопровождение, нам можно на красный проезжать. Да, на фиолетовый. Блин, еще мертвая зона. Ну ты подальше держи. Да я вижу, вот с этой штуки плохо ориентируюсь. Закрывает обзор. Сюда же, да? Да, да, да. Давай, давай. Погнали. Только смотри сейчас на дорогу вот там. Да это я в курсе. Блин. Скажешь, когда поедем? Не, нет, стоп, стоп, сейчас. Все, поехали, поехали. Блин, никого нет. Не-не-не, сюда. Да я откуда знаю, куда? Давай никого, пошли. Единица где куда-нибудь. Подожди, тут полицейский. Перевернуться, это фейл просто будет. Ой, блин. Нормально. Нормально, перепрыгиваем. Сопровождение нормально. Вступать. Да, бибикай там лучше. Я купил сигнал. Гудок так не поставил. У меня три свеча дома лежит. У меня свечи тоже лежат. Мигалка, кстати, тоже лежит. Мне клеммы нужны. А мне канал третий нужен. Пиздец он кидает. Смотри, я не могу ровно ехать. Тренируй. Да нет, я имею в виду, что тренировать даже не надо. А ты туда вперед выезжай. Это все. Перегораживай, это же дорога. Это традиционно. Надеюсь, там, блядь... А не сядет, нет? Да не должен. Там не один ушатанный, правда. Зашибись, а. Ну не сильно. Давай, нормально, нормально. Там эти придурки справа-то стоять будут? Нормально, нормально, едем. Нет, тихо, осторожно. Давай, осторожно. Блять, бордюр бы не въебаться. Айфон бы не сел еще посреди съемки. Сука, едем, 60. Куда он подрезает тебя? Сучка, остановите его надо. Сколько прием? 20? 40. Ну я так, я бы не сказал, что 40. Да ты бы, блин, вправо бы хоть перестроился. Тихо-тихо-тихо. Все тормозил, тормозил. Чуть никто не уступает дорогу, я не понял. Давай-давай, нажимай. Хотя нам надо уйти, наверное, отсюда. Я про то же говорю. В левом ряду идем. Как-то херово. А что они рядом едут, смотрят? И снимаешь, что ли, тоже? Че так медленно едешь? Быстрее. Я потому что вижу, как кидает. Тяжело рулить очень. Давай перестроимся сейчас вот этот проезд. Ну ты поворот включаешь, чтобы контролировать. Сюда перестраиваемся. Тихонько. Блять, на лосе гораздо удобнее было. Этот саваш, это пиздец. По управлению, конечно. В шашечки поиграй с Infinity. Блин, главное, чтобы не раздавили. Лохи же они же. Да он там все раскорячит на днище, там рамы-то двойная. Все, из предъявят, блядь. Блин, охренительно. Слушай, они сейчас украдут такого. Никогда с сопровождением не ездил, блин, с мигалкой. Сколько там на спидометре? Ну, почти 60. Меньше половины газа топлива. Ну, 50, считай. Че, в машине минус, не чувствуете скорости? На мотоцикле там, блядь, чемоданом замерз, блядь. Главное, люфтов нету, вот крутишь. Сейчас тут осторожнее на мосту там. Мы... Сейчас Рено перестроится на тебя прямо. Да не, бурки низкие.
ехал, тебя сейчас раньше отрежет от нас. Блин, скорости не чувствуется, не знаю, как на газ нажимать. Это еще перевернется, блин. В козлов встанет. В козлов? Ну, потому что в машине не чувствуется, как я на курок давлю. Сильно слабая. Пиздец, он кидает, блин. Уже ветер, уже. Потому что. Ну, не знаю, что там. Это собачь, наверное, скорее всего. Поедем без сопровождения. Блин, как кидануло-то. Тихо. Ты главное, это, смотри, не в шаху, это не впились. Или что это тут? Давай, ехай. Мы же на метро сейчас, прямо? Прямо, прямо едем. Он не поворачивает? Поехали прямо, давай. Давай навстречу. Там поворот. Вова решил в титан переодеться потом. В кого? В титановые ручки. А. Ну а было что переодевать, а то еще нечего будет. Переодевать сейчас вот под автобус под тот. Он, блядь, весь раскорячился, чувак, да? Да пиздец кидает, блин. Зеленый там горит? Зеленый едет. Так мы все выходим. Он не поворачивает, надеюсь? Нет, нет. Он как-то мне, блядь, придавливает. Блядь, решетки захерачил. Придавливает. Саваш нам целую полосу едет. Автобус его придавливает. Но мне как-то неуютно было рядом с автобусом. Блядь, блядь, блядь. Тихо, тихо. Я хуй узнаю, что ее так кидает. Люфтов вообще нету. У меня, кстати, люфты появились. Обратно. Вернулись? Поворачиваем или прямо? Поворачиваем, поворачиваем. У метро. Нет, я, мол, тут хочешь повернуть. Мало ли там. Так, и тут я... На остановке. Давай прямо на остановке. Прямо так. А, хотя нет. Надо... Да где мы сейчас место найдем? Ну, надо же будет еще выгрузиться. Сопровождение нам пофиг. Вот тут? Теперь без меня. Давай, давай.